Дорогие друзья, возлюбленные во Христе братья и сестры, спешим от лица всего нашего Валаамского братства поздравить вас и разделить с вами эту пасхальную, праздничную радость о Христе воскресшем и от полноты верующего сердца исповедать «Христос воскресе». В этот праздник, в главном песнопении Его, мы многократно вспоминаем о самом страшном для каждого из нас и вообще, что есть в этом мире – о смерти. Но именно этот праздник свидетельствует нам, что ее больше нет. И ныне всякий, верующий искренне во Христа и решившийся последовать за Ним в этой Его крестной любви, может прогнать всякий страх, и телесный, и душевный, и в любом положении, в любой ситуации остаться верным, как были верны множество наших святых мучеников и новомучеников, воспевавших в самые последние минуты своей жизни этот пасхальный тропарь, и свидетельствует, яко жизнь жительствует, и Христос царствует вовеки.